скажите, пожалуйста, как вы считаете, насколько сама концепция 3PL помогает снизить риск в цепях поставок? Я, как представитель компании LSEC, проповедую 3PL-логистику ввиду того, что значительный опыт, полученный нашей компанией в рамках реализации крупнейших инфраструктурных проектов, взаимодействие, обратная связь от заказчиков говорят о том, что применение логистического аутсорсинга и концепции 3PL при доставке грузов, технологического оборудования от двери до двери точно в срок значительно снижает издержки, как прямые, так и косвенные издержки заказчиков при реализации таких проектов строительства. Как вы считаете, каким именно образом 3PL-оператор помогает грузовладельцу, заказчику снижать риски? 3PL предполагает под собой прежде всего участие в проекте именно на первоначальном этапе его разработки, с тем, чтобы предусмотреть все риски, связанные с моментами упаковки, производства, конфигурации оборудования, определения сроков строительства, определения КОСа, плана объекта строительства, что чрезвычайно важно и необходимо для своевременного и качественного выполнения поставленных задач. Спасибо большое, Дмитрий. Благодарю.